Это «Лайф». Мы продолжаем делиться новостями в прямом эфире. Препараты для искусственного прерывания беременности всем нам известны, но вот они слишком доступны, так считают в Совете Федерации. Сейчас эти лекарства, несмотря на закон, можно купить почти в любой аптеке, и часто даже без рецепта врача они отпускаются. Это при том, что их бесконтрольный прием может привести к очень серьезным последствиям, как мы знаем, вплоть до бесплодия, других проблем со здоровьем. Моя коллега Екатерина Мут решила проверить это на собственном опыте. Она прошлась по столичным аптекам и совершенно беспрепятственно смогла приобрести препараты для абортов. У вас есть препарат мифепристон? Да. А как его купить можно? Приходите и покупаете, только нужно знать дозировку. И это вход. Вход открыт. Здесь очень много людей, особенно мужчин. Для них как-то неудобно покупать подобные таблетки. Девушка, здравствуйте. А таблетки мифепристон вот я просила отложить. 2559. У меня нет рецепта. Вот уже на ваше усмотрение. Может, что угодно случится. Скажите, они вообще как опасны для организма? А? Да. А что от них может быть? Там в инструкции написано побочные эффекты и так далее. А есть вообще там вероятность, что я там совсем потом не смогу забеременеть после этого препарата? Вероятности куча всегда. А вот эти ваши... Вы можете и не избавиться. А, да? Вот они, эти три таблетки. Удивительно, конечно, то, что фармацевты сами прекрасно понимают и в открытую говорят, что очень опасные таблетки, но тем не менее продают. Я хочу пойти еще и в другие аптеки. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у вас есть препарат мифепристон? Нет, не было. Проблем может быть очень много. Да. Не знаю, я не сторонник таких дел. Лучше уже сходить. Там уж врач видит, что да, действительно, яйцеклетка устранена и все. А тут бывает и потревожат, а плод развивается, то потом начнут сохранять, потом тут как бы не все гладко получается. Осторожно с этим надо, да? Здесь мужчина, фармацевт, возможно, что-то интересное расскажет. Вы в аптеке не можете приобрести. Если вы можете приобрести там, где по назначению врача, потому что у него побочный эффект очень много, потому что он строго под наблюдением врача дает.